В Челябинске продолжаются субботники. На уборку Каштакского бора вышли сегодня активисты «Соцгород». Убрали бытовой и строительный мусор, вывезли сухостой. К экологической акции присоединилось порядка 170 человек. Это студенты колледжей, школьники и другие жители металлургического района. Субботник активисты «Соцгорода» проводят здесь уже 15 лет, каждую весну вывозя по несколько машин с мусором. Ведь Каштакский бор – это любимое место отдыха для жителей металлургического района. Радует, что урожая такого поменьше у нас в виде мусора уже с каждым годом становится. Наверное, люди становятся более сознательные. Ну, приятно, что на наши призывы отвлекается все больше молодежи. И, в общем-то, спасибо большое всем людям, кто помогает, участвует вот в этих вот акциях. Только уборкой активисты не ограничатся. Совместно с экологами жители планируют создать лесной патруль. Будут следить за тем, чтобы гости Каштакского бора не нанесли ему вреда. Мы готовим сейчас большую группу общественных инспекторов экологических, которые будут патрулировать Каштакский бор и будут как раз ставить протоколы о правонарушениях и передавать уже их в органы МВД, ну и в надзорные экологические ведомства.